Здравствуйте. Экспертное мнение продолжает наш телевизионный эфир. 8 июня – День социального работника. Праздник это молодой, он был учрежден как профессиональный только в 2000 году. Как выстроена система социальной помощи и поддержки сегодня в Удмуртии, мы поговорим с нашим гостем. Это министр социальной политики и труда Удмуртии Татьяна Чуракова. Татьяна Юрьевна, здравствуйте. Добрый день. Подопечные соцработников очень часто называют добрыми ангелами, потому что они помогают тем, кто из-за возраста или состояния здоровья не может уже самостоятельно решать бытовые проблемы. И наверняка для такой работы нужен какой-то особый склад характера. Есть ли какие-то критерии, по которым можно определить профпригодность соцработника? Конечно, критерии такие есть. И мы отсматриваем, чтобы в рамках своей работы в качестве социального работника к нам приходили люди, которым свойственны такие черты характера и личности, как эмпатия, возможность сопереживать, обязательно быть человеком большого сердца, потому что с нашими обслуживаемыми по-другому просто нельзя. Человек равнодушный здесь долго не задержится, не сработается, поскольку мы сразу получаем обратный отзыв. И очень часто по отношению к социальным работникам наши обслуживаемые пишут письма, слова благодарности, выражают большое человеческое спасибо за то, что человек такой находится рядом с ними. А какое образование нужно получить, чтобы стать соцработником? Высшее образование не обязательно. Необходимо среднее профессиональное образование сегодня и в колледжах, и, в принципе, в нашем Удмуртском государственном университете такое направление, как социальная работа, есть, и специалистов таких готовят. Но, тем не менее, в качестве именно социального работника можно даже человеку со средним общим образованием прийти к нам. Главное, все-таки человеческие черты характера. Но сейчас ведь очень активно развивается волонтерское движение. Чем работа волонтера отличается от обязанностей соцработников, потому что в какой-то мере они перекликаются и пересекаются? Да, наверное, по складу характера они в чем-то и перекликаются. Но вы знаете, что волонтер – это человек по зову сердца, у которого появилось какое-то внутреннее желание помогать, но эта работа безвозмездна. За такую работу, за эту помощь волонтеру не оплачивается ничего. А социальный работник – это человек, принятый по трудовому договору, и, конечно, эта работа возмездна и оплачиваема. То есть, получается, есть какие-то официально закрепленные обязанности у соцработника, который, например, приходит на дом помогать нуждающемуся? Конечно, у нас есть услуги, которые прописываются, во-первых, в 442-м федеральном законе о социальном обслуживании, во-вторых, в постановлении правительства Удмуртской республики. Сейчас, кстати, перечень в законе Удмуртской республики, перечень данных услуг мы сейчас расширили, готовить к новой системе долговременного ухода, которую пытаемся внедрить на территорию Удмуртской республики. Поэтому, конечно, каждый человек, приходя на работу, устраиваясь в качестве социального работника, понимает, что и какие услуги он может предоставлять. Но уже в отношении каждого обслуживаемого также обговариваются, на какие услуги он претендует, что это необходимо, что необходимо каждому человеку. Но уже по отношению к тому, кто имеет право на получение социальных услуг, какие социальные услуги тому или иному гражданину нужно оказывать, определяет управление или отдел социальной защиты населения, так называемый территориальный орган Министерства социальной политики и труда Удмуртской республики, по месту жительства гражданина. А насколько сегодня такая работа востребована, услуги соцработников, хватает ли их в республике? У нас более 1340 работников на территории Удмуртской республики оказывают услуги нашим гражданам.
Пока нам хватает, но я уже заикнулась, что поскольку мы готовимся к внедрению системы долговременного ухода на территории Удмуртской республики, мы будем пересматривать те услуги по временным параметрам, по другим условиям, которые сегодня оказываем, которые бы соответствовали системе долговременного ухода. И будем смотреть, хватит ли нам социальных работников. Угу. Пока мы видим, что нам, наверное, необходимо будет большее количество. У нас есть пилотные комплексные центры социального обслуживания населения, в примере которых мы смотрим типизацию услуг в отношении каждого гражданина. Ну и думаю, что все-таки после того, как мы эту типизацию очень качественно и многогранно проведем, скорее всего, нам будет хватать такого же количества социальных работников на территории Удмуртской республики. А что такое система долговременного ухода, о которой вы уже упомянули, и чем она будет отличаться от той, которая действует сегодня? Системе долговременного ухода, наверное, нужно отдельную передачу посвящать, потому что она очень интересна, она очень качественна, она рассматривает многогранно и межведомственно. Два министерства будут здесь задействованы, Министерство здравоохранения Удмуртской Республики и наше министерство в организации услуг каждому гражданину. Все граждане будут разделены на 5 групп. Пятая – это крайняя группа, когда гражданин, к сожалению, является уже лежачим и очень тяжелым. Угу. Конечно, здесь необходимо, наверное, самое большое количество трудозатрат, которые нужно будет, и услуг, которые нужно будет предоставить такому гражданину. Мы будем смотреть, наверное, главная задача, чтобы из одной группы в другую человек не переходил, то есть как можно дольше в ней оставался, а может быть даже переходил в лучшую группу mm-hmm. по степени того, как он себя ощущает, того, какой прогресс происходит с ним, с его организмом, потому что нам необходимо будет переобучать всех наших социальных работников по тому, каким образом эти услуги предоставлять. Необходимо будут, конечно, врачи-гериатры, которые будут определять, что необходимо с нашим гражданином проводить, какие виды услуг проводить, работать с его моторикой тонкой, особенно с людьми, которые переносят инсульт или появляются такие болезни, как старческого характера для присущих граждан пожилого возраста, как болезнь Альцгеймера или Паркинсона, или деменция. То есть сегодня у нас появляются такие врачи-гериатры, которые угу. работают с пожилыми гражданами. То есть это не только уход, но и какие-то мероприятия, уход, направленные на реабилитацию. Да, именно так. И я думаю, что это будет уже более качественное оказание услуг. И наши граждане, мы видим, что продолжительность жизни увеличивается, не будут так бояться людей пожилого возраста, которые достигают солидного возраста. Мы видим, что у нас большое количество сейчас 100-летних и старше 100-летнего возраста, которые сохраняют свою адекватность, сохраняют движение, бодрость духа. Могут очень качественно жить. Поэтому вот система долговременного ухода как раз направлена на то, чтобы это качество жизни продолжалось очень долгий период, вне зависимости от того возраста, которого гражданин достигает. Кто сегодня может рассчитывать на то, чтобы получать услуги соцработников, и что нужно для этого сделать, чтобы получить помощь на дому? Может быть, расскажете, куда обратиться, какие документы нужны для этого? Ну, в основном это, конечно, граждане пожилого возраста, это дети с инвалидностью, люди с инвалидностью, люди, попавшие в различного рода трудные жизненные ситуации. Обращаться нужно в управление отдела социальной защиты населения по месту жительства для того, чтобы определить перечень услуг. Ну и в зависимости от того, какая услуга будет оказана, управление скажет, какие необходимые документы будет собирать этому гражданину. Их нужно будет подтверждать, эти документы, периодически? Периодически, через комплексные центры социального обслуживания населения. Но вообще мы, конечно, автоматически будем это делать, поэтому переживать по этому поводу не нужно. Так называемое ИППСУ, систему социальных услуг, мы рассматриваем через управление, через комплексные центры социального обслуживания, где непосредственно человек и получает социальную услугу. Поэтому мы видим, что сегодня это делается проактивно и на уровне пенсионного фонда, и на уровне Министерства социальной политики труда Удмуртской Республики. Поэтому
проактивное предоставление в том числе и социальных услуг в самое ближайшее время будет уже повсеместно. К этому мы двигаемся. Поэтому добро пожаловать к нам в наше учреждение для того, чтобы такие социальные услуги можно было бы получить. Несколько лет назад частным компаниям было дано разрешение оказывать социальные услуги наравне с государственными. Как строятся ваши взаимоотношения частников и вашего министерства? Каким образом вы контролируете эти компании? И вообще есть ли такие компании в республике? Взаимодействие у нас осуществляется с каждым годом все более тесное. Если совсем недавно у нас не было вообще таких поставщиков социальных услуг, то на сегодня это 17 негосударственных организаций, которые вошли в наш реестр поставщиков, которые могут получить компенсацию за предоставление своих услуг. Мы можем войти в какой-то части в рамках контроля в отношении тех поставщиков, которые находятся в реестре. Но в основном в присутствии прокуратуры мы, конечно, можем вообще проверить весь спектр услуг, которые предоставляют такие негосударственные организации. Они тоже, поскольку сегодня и социальное предпринимательство развивается, вы знаете, что многое для этого делается Министерством экономики Удмуртской Республики, то многие из наших поставщиков в качестве уже социальных предпринимателей могут оказывать такие социальные услуги. Наверное, сегодня есть такая досада со стороны наших поставщиков, что большое количество документов запрашивается. Угу. Мы тоже пытаемся сегодня оптимизировать вот этот объем документов. И если найдем комиссии, что, может быть, они излишние, тоже в ближайшее время будем все-таки оптимизировать и требовать уже меньшее количество документов для того, чтобы можно было компенсировать такие затраты каждого поставщика. Мы рады тому, что такие поставщики к нам приходят, даже рекомендуем, потому что сегодня вся система государства направлена на то, чтобы уходить от государственных поставщиков к негосударственным. И чем более становится цивилизованной такая помощь, тем больше этому радуемся и мы в том числе. Ну, право выбора появляется. Право выбора появляется, конкуренция – это очень важно, потому что в итоге гражданин получает вот ту качественную услугу, к которой мы все стремимся. Серьезное очень было испытание в этом году, и в том числе и для всей социальной службы, пандемия. Сохраняются ли эти ограничения, и как вы вообще через это прошли? Низкий поклон нашим сотрудникам. Прошли мы плавно, без каких-либо эксцессов. Были, конечно, трудности, но мы не закрылись ни на один день. Не только центры занятости населения или управление социальной защиты населения мы работали весь период, но и наши стационарные учреждения в том числе. Были закрыты только социально-реабилитационные центры. На сегодня мы продолжаем пока находиться в двухнедельных сменах наших стационарных учреждений для пожилых и инвалидов. Наши граждане очень достойно это принимают, с пониманием относятся члены семей к тому, что их супруги находятся вот в таких закрытых учреждениях пока на 2 недели. Мы проходим все тестирования, и слава богу, на сегодня у нас нет ни одного случая заболевания в наших учреждениях. Но пока будем находиться, там время покажет. Всех социальных работников мы поздравляем сегодня с наступающим профессиональным праздником. Я благодарю за участие в программе министра социальной политики и труда Удмуртии Татьяну Чуракову. А это было «Экспертное мнение». Всего доброго. До встречи.